У вас выявлена ВИЧ-инфекция. Мистер Вудруф, мы полагаем, что вам осталось жить 30 дней. У меня для вас новости. Нет такой силы, что убила бы Рона Вудруф за 30 дней. Эти препараты только что начали тестировать. Я знаю, что испытания проводятся у вас. Они мне нужны. Не все так просто, мистер Вудруф. Куда ты собрался? В Мексике есть лекарства. Куда лучше тех, что можно достать в Штатах. Отлично выглядишь. Я выгляжу как бог. Ты можешь состояние заработать. Предлагаю партнерство. Что-нибудь декларируете, отец? Нет, сэр, ничего. Вы понимаете, что продажа запрещенных контрабандных средств – это серьезное преступление? Они не запрещены, просто не одобрены. Я тебя искала, ковбой. Мне уже лучше, хотела поблагодарить. Фупсик, нет денег или клиентов, нет дури. На 20 человек хватит? Далласский клуб покупателей. Вы лечите этих людей? Они сами лечатся. Ронни, тут двое покупателей. Еще раз назовешь меня Ронни, я помогу тебе сменить пол без операции. Привет. Ти-Джей, это Рейн. Рейн Ти-Джей. Пожми ему руку как следует. Если у тебя ВИЧ, это навсегда. Выберите мою методику, проживете дольше и не потеряете вкус к жизни. У меня судебный ордер на конфискацию любых неодобренных управлением лекарств и добавок. Вы всего лишь обычный наркодилер. Рэйон! Почему бы ты мне не нравился? Почему ты сам себя не любишь? Мистер Вудруф, что происходит? Люди умирают. Я с вас не слезу до тех пор, пока в могилу не лягу. Попробуйте поймать.